мы с вами отправляемся в путешествие на лечебный курорт с горячими источниками на северо-восточном побережье озера Байкал. Хакусы – термальные источники, знаменитые своими целебными свойствами. Курорт расположился на просторной песчаной косе протяженностью 4 километра в длину, на востоке соединяющаяся с густой хвойной тайгой. К северу находится одноименный мыс Хакусы, к югу возвышаются скалы байкальского мыса Хаманки. Ближайший к источникам поселок расположен в 40 километрах от них, что делает Хакусы одним из самых уединенных курортов на Байкале. Хакусы и Иркутск разделяют примерно 900 километров, а Сулан-Удэ – около 520 километров. Ближайшим аэропортом к источникам стал порт в городе Северобайкальске, расположенном на северо-западном берегу озера. Добираться до курорта зимой нужно по льду. Удобнее всего это сделать из города Северобайкальск, пересекая озеро на автомобиле или судне на воздушной подушке. Время в пути составит 45 минут. А летом через Байкал ходит катер «Комета», который доставляет гостей до лечебницы. Свою историю курорт начинает в 1953 году, когда рядом с горячими источниками с лечебной водой была основана водолечебница с лаконичным названием «Хакусы». На севере Байкала испокон веков живут эвенки, и слово «хакусы» с эвенкийского переводится как «горячий» или «жара». Курорт начинает приемы с начала июня до середины октября, а также с февраля до середины апреля. Связано это с тем, что попасть сюда в осенний и весенний период не так-то просто. Гостей расселяют в деревянные домики, расположенные на берегу Байкала, в которых есть номера на любую компанию. Виды с балкона на озеро Байкал впечатляют, особенно при встрече восхода или на закате. Термальные источники Хакусы вошли в рейтинг топ-100 достопримечательностей Республики Бурятия по результатам голосования туристов со всего мира. Сами источники располагаются в 700 метрах от берега Байкала. К ним ведет песчаная аллея, обрамленная кедровым сланником и лиственницей, по которым неспешным шагом, наслаждаясь природой, вы дойдете до лечебницы. Для людей с ограниченными возможностями доставка до источников осуществляется на снегоходе или квадроцикле. Водолечебница – два источника с очень горячей, плюс 42, плюс 46 градусов Цельсия и слабо минерализированной водой, по составу близкой к минеральным источникам Пятигорска. Пригодна для питья. Для этого здесь оборудован колодец. Недалеко от купален находится душ. Один из источников бьет прямо из скалы. Выход воды составляет в среднем 50 литров в секунду. Минерализация воды 0,42 грамма на дециметр кубический. Вода рассматривается как разновидность лечебных минеральных и относится к кремнистым высокотермальным слабоминерализированным минеральным водам гидрокарбонатно-сульфатно-натриевого состава со слабощелочной реакцией водной среды. Вода подходит как для наружного применения – ванны, так и для внутреннего. Основными показаниями для лечения являются кожные заболевания, хронические гинекологические заболевания, болезни эндокринной системы, суставов и опорно-двигательного аппарата. Отметим, что такого рода источники имеют особенности по продолжительности принятия ванн и требуют предварительной консультации врача. Источники соединяются в общий ручей «Горячий», впадающий в Байкал в 250 метрах южнее причала Хакусы. Часть воды по трубе отводится в проточные бассейны и в ванный корпус лечебницы. После процедур в местном кафе можно отведать таежный чай с медом и брусникой.
Помимо оздоровления, в Хакусах отдыхающим предлагаются пешие прогулки к озеру Фролиха, посещение небольших пещер в окрестных горах, рыбалка, сбор грибов и ягод, купание в Байкале летом и автопутешествие по замерзшему озеру в холодную пору года, водные экскурсии к местным природным достопримечательностям.